высоко. Высоко, превысоко. Ой, как высоко, Дима. Как Дима катается. Не ох, достану, какая. Не достану. Вот там растет. Это кто-то сильный. Смотри, как классно, в лесу ирисы растут. Давай пойдем на бросок. Там тоже классно. Дикие, сами по себе, глины полно, глина, что-то там выкапывали соседи, что? Ветка, он упал, у нас ветер сильный, сильный-сильный, кошмар, ветка упала здесь, прикольно, в лесу ирисы, круто так. Смотрите, какой лес стал. Труднопроходимый такой, прям дремучий стал. Мы с детьми были, тут вообще прям бегали, скакали. Ну, не было вот этой всей глины. Ее здесь не было. Особенно вот этот вот кусок. Поэтому все было хорошо. Был обычный лес. А ну, как вот здесь вот. И мусора не было. Вот эта вот куча, ее раньше поджигали, когда было можно. И тут вот прям у нас лес. С этой стороны, на верхушке у нас такой большой огонь горел. Наверное, там метра на 4. Видим, там ходят всякие. Надо глину набрать сходить. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, подтягивайся, молодец, 10, молодец, давай, вот, 1, что такое там, 2, смотри, смотри, ой, что такое, машина едет, а, это же самая джип, назад, опять, другая. Это как странный звук у нее какой-то. Спилили у нас деревья. Смотрите. Все попилили. Дима. Все деревья, смотрите, спилили. Осталось одно. Кто-то пришел из местных жителей специально. Все распилил тут. Все перепилил, побросал. Теперь вот такая вот стала площадка. Сейчас покажу издалека. Так обидно вообще. Солнышко теперь будет тут светить. Смотрите, как стало. А было предыдущие ролики, можете посмотреть площадку. На камеру я снимала. Остались вот кадры. Деревья были низенькие все. Невысокие. Взяли, все попилили. Так обидно вообще. Прям ком аж в горле. Так обидно. И какой букет я сорвала, смотрите. Не знаю, что это за растение. Классный. А пахнет. Вот это. Шмелька.
Лелька с белой попкой. Шишечки какие. Шишек сколько, смотрите. За зимой они что ли растут?